Ребятушки, всем привет! Всех-всех-всех вас целую, люблю, до луны и обратно. В общем, девочки, будет сегодня видео распаковки товара, нового товара и то, что у меня есть. В общем, все буду показывать. Девочки, вот эти туники, я их привезла. В общем, они есть теперь в наличии всевозможных цветов. Я дальше вам покажу всевозможных размеров, потому что на той неделе многим не хватило. Многим не хватило, и поэтому вот привезла всякие. Это у меня, девочки, тоже лосины под низом, но лосины вот с белой полоской, это с того костюма. Без обид, всем без обид. Кому не ответила, кому не успела ответить, кого-то пропустила, кого-то без обид. Это, девочки, неосознанно все. Это вот просто такое стечение обстоятельств, что я не успеваю, бывает, сразу всем ответить. И поэтому так происходит. Ну, конечно, большинство, 99% моих клиентов, это довольные. А остальным, девочки, ну, так получается, что не всегда получается. Все думают, что вот сейчас я всем сразу не могу, потому что я одна. Тут и дома домашние дела. Ну, постараюсь отвечать, стараюсь уделять этому очень много времени, поэтому, кому не ответила, не обижайтесь, пишите еще раз, и я отвечу. Ну, в общем, поехали, девочки, начнем с натуралки. Первое, с чего начнем, это норковые чехлы на машину. Вот, девочки, вот такие вот чехлы, это чистая норка. Сейчас покажу. Не думайте, что если это норковые чехлы, то они стоят вот столько. Вот. Чехлы в наличии всякие, всевозможные есть на машину. Но вот норочку сейчас покажу. Вот видите. Сзади они вот так сделаны. Очень аккуратно. Видите. На любой автомобиль. То есть это даже идут как не чехлы, а как накидки на сиденье. В общем, вот такая вот норочка. Так. Вот такая вот норочка. Обалдеть, норковые чехлы. Можно мне вот так два чехла вместе между собой сшить. Вот тебе платье получится. Норковое платье. Гляньте. Так. Идут они, девочки, парами. То есть вот пара на передние сиденья. Вот видите. С кусочков норки. На любой, абсолютно на любой автомобиль. Так. Еще по натуралке. Начнем с натуралки и дальше продолжим. Так, девчата, вот такие вот. Это, как хотите, можно его использовать. Это коврики из натуральной овчины. Хотите, вот в идеале подходит аккурат в аккурат на заднее сиденье. Просто застелить заднее сиденье. Хоть под ноги, хоть на кресло, хоть около дивана стелите. В общем, натуралка, видите, натуральная овчина, вот такие вот коврики. Так, сейчас я даже замерю, сколько на сколько они идут, чтобы вы примерно понимали. И длину, и ширину его. Так, рулетка. Так, ширина этого коврика 50 сантиметров, длина... Так, длина 1,20 м, 50 на 1,20 м. В общем, куда угодно можно приспособить вот эти вот коврики. Так, такой. Вот такой. Вот видите, натуральная овчина. Вот так сзади они выглядят. Шкурки, потому что просили всякие шкурки, девчата писали, а шкурок у меня уже к концу недели не было. Так что по чехлам вы поняли, это вот норочка, они у меня есть. И сейчас покажу, все тоже не буду требушить, но кто уже конкретно будет брать, уже буду фотографировать. Ну, обычно, когда люди пишут, там, мне то-то, то-то, я фотографирую, человек выбирает сам из всего ассортимента. Так, это натуральная овчина. В общем, вот в таком рисунке, посветлее есть, потемнее, есть чисто серый, есть чисто черный, есть просто без рисунка. В общем, как он, на любой вкус. Вот, видите, я их, девчата, поотправляла, но в основном по большей степени это Хмау, Югра, вот туда больше заказывали на севера. Ну и наши девочки тоже, кто недалеко тут живет. В общем, по чехлам ассортимент и выбор большой. Так, шкурки, девочки, вот такие шкурки.
это натуральная овчина, запах, девчонки, ну, понятное дело, не навозом пахнет, не грязным бараном, а вот, ну, я вам передать не могу, какой это запах. В общем, вы его также можете постелить около прикроватно, там, в зале, около дивана, также просто кинуть на машину, там, мужу, да, чтобы ему тепло было ездить. В общем, на диван, на кресло, на куда угодно, на куда у вас только хватит фантазии. Очень легкая, то есть нету такого состояния, что вот ты взял, и она тяжеленная, и ты ее поднять не можешь. Очень хорошо выделанная, видите? Чистенько, аккуратненько и легко. И также ее можно стирать. Можно стирать, но не в стиралке. Вот ванну воды набрали, как ковер постирали, повесили, она стекла. В общем, по вот этим у меня ассортимент есть, но они, в принципе, они все одинаковые, то есть все светленького цвета. Так, по этим прошлись. Потом по жилеткам, девочки, черных 60-х опять не привезла. Есть вот черные 54-е, 56-е, есть 60-е, есть 64-е размеры. Размеры есть всякие по жилеткам, но вот разноцветные. Как уже, пишите мне, и я показываю, какой на ваш размер есть цвета, и вы выбираете. В общем, вот такие вот черные. Это идет на размер, ну вот видите, сейчас я 58 ношу, даже тунику одела 58 размера. Это идет 56 размер. Вот, 56 черная есть, 54 черная есть. Все остальное светло-коричневый, темно-коричневый. Но по ассортимент очень большой по жилеткам. Пишите, подберем. Но вот чисто черных 60-х, 64-х нету. Так, вот такая черная, вот такая вот серая. Смотрите. Вот такая серенькая. Вот такая вот темно-синяя. Это все натуралка, девчонки. Это кожа, овца и коза. Вот такое. Вот такое. Так, и сейчас покажу, какие по большим размерам идут. Так, вот эти вот 60-64 у меня есть. Вот. Это темно-коричневая, дубленчатая она идет. Вот это тоже идет, это тоже темно-коричневая, только мех у нее потемнее. Это тоже идет дубленчатая. Так, вот такие маленькие есть, 44 и 46. Вот, 50 может, ну, в общем, есть там размеры. Так, вот эти уже идут 56 и 58. И сейчас покажу, это тоже 56-58. Вот это идут, девочки, 60-е, 64-е, вот такие. Они очень красиво смотрятся. Многие представляют, что жилетка должна быть только черной. Ничего подобного. Сейчас покажу вам, как... Вот у меня тут женщина заказана, говорит, я только думала, черная мне подойдет. Я ей выслала светлую, она говорит, просто супер. Я, говорит, даже и на грамм не пожалела, что не взяла черную. Так что вот, видите, светлая жилеточка тоже смотрится великолепно, здорово. Так... Вот такая. Вот такая. Вот так. Так что по жилеткам, девочки, есть ассортимент от маленьких до больших. Также по натуралке, девочки, в наличии есть вот такой вот платок. Просто шикарнейший пуховый платок. Он кучерявый, весь в руках играет. Такой цвет у него приятный. В общем, вот. Сейчас покажу, как это смотрится. Богато, очень смотрится, очень богато. Ой, слез ползает, девчонки. Так, вот так вот смотрится платок. Под норковую шубейку, да куда-нибудь на севера. Это ж красота просто. В общем, вот такой платок имеется в наличии. Дальше. Вот такие вот шкурки. Это натуралка, это овчина. Это либо на стулья, либо на... Да куда угодно. Просто в машину вот так положили, постелили. И очень-очень тепленько. В общем, такие шкурки у меня есть в наличии. Всякие всего... Нет, в принципе, они все одинаковые. Просто они у меня есть. Так, дальше, девочки.
Дальше. Привезла вот такие вот халаты. Это халаты велюровые. Сейчас я вам покажу. Велюр хороший. Есть велюр ХБ. Это такой неприятный велюр, которому все прилипает, который не эластичный, которому... Ну, вы поняли, многие, кто, как и я, раньше не знали, что велюр, он бывает разным. Вот это велюр хороший, из хорошей серии. То есть ничего к нему не прилипает. Это не ХБ. Он эластичный, он такой велюр с лайкрой. В общем, вот такие вот халаты у меня есть в наличии. До 64 размера. В общем, смотрите. Цвета такие приятные. Я сейчас покажу. Так, вот бордовый есть 62. Вот этот вот, допустим, что я меряю, это 64 размер. Так, сейчас, 2 секунды. Да что я, не могу с замком справиться. Так, все нормально с замком. Вот это, девочки, 64. Ну, видно, что он большой. Вот. Халаты длинные такие. Прям и закрывают икру. Я даже не знаю, как еще вот отойти, чтобы было видно. Приятный. Вот такой блеск приятный. Ну, в общем, велюр, что там говорить, очень хороший, качественный велюр. Сейчас скажу, какие есть размеры. Но их немного. Несколько штук я привезла. В общем, вот этот, что я мерила, это 64 размер. Вот этот бордовый висит, это 62 размер. Так, шоколад еще есть и пудра. Так, пудра у нас 54 размер. Оно идет платьем сделано. Видите, у него только до сюда идет замочек. Это 54 размер. Так, и вот такой халатом у нас 58 размер. Это цвет шоколад. Но велюр приятный. Вы видите, вот он играет, он блестит даже. Так. В общем, вот такие есть халаты в наличии. И сейчас покажу еще, какие есть в наличии. Тоже, в принципе, размеры большие. Так. Вот это у нас идет 56 размер. Это халат трикотаж, но трикотаж, который не деформируется. Которому абсолютно все нипочем. У меня с такой серии халат был. Очень долго я его относила и еще отправила своей подписчице. Много вещей девчонки своих поотправляла, которые у меня были большие. Ну и вещей-то сказать, что у меня прям много было. И вещей много не было. Но то, что было, все девчатам своим поотдала. В общем, смотрите, здесь вот такая вот надпись. Так что расцветки вот этих халатов разные. Они тоже до 64 размера у меня идут. Так. В данном случае вот этот 56-й. Вот этот. Но этому халату нету сноса. Так, вот это 60 размер. Вот видите. Вот с такими надписями. Трикотаж очень приятный. Он не сядет. Он с какой-то... я даже сказала себе, что ли, это трикотаж. Ну, хорошего качества. Прям как раз то, что надо для халата. Так. Рукава идут на халате вот до сюда, в 3/4. Очень хорошая такая длина. Что? Я не звала тебя. Так, по колготкам, девочки, выбор есть большой. Начиная с 42 размера и кончая аж колготками-гигантами. То есть до 66, до 64. Колготки все хорошего качества. В общем, из шерсти верблюжи, из кашемира. В общем, все колготки, что я привезла, не только такие, они все очень хорошего качества. Вот эти вообще у них идут 80% шерсти, кашемировые колготки. Тоненькие, но теплые и очень приятные. В общем, они у меня есть и черные, и коричневые, но в большей степени черные, потому что все хотят черные колготки. Так, дальше. Дальше. Так, девочки, привезла вот такие вот большие пончо. Удлиненные. Их долго не было. Но вот они вчера появились. И я взяла два черных. Но это большие размеры. Идут они на кнопках. Сейчас померяю, покажу. Так, одну прям вообще привезла. Прям вообще большую. Ну, вот это, знаете, 60-й. 60-й размер, может быть, 62-й. Вот это пончо больше не будет. В общем, оно идет на кнопках. Так, сейчас. Вот так идут три кнопки. И сейчас скажу, докуда оно.
оно идет ниже колена. Вот, видите, ну, размеры большие. Вот это, что на мне, это будет 60-62 размер. Вот такая разлетайка, под брючки можно, под юбку можно, под что угодно можно. И вторая такая же есть, прям вообще огромного размера, ну, до 64-66 будет. Так, вот такие же есть укороченные понча. Так. Вот такое вот зеленое буклированное есть. Оно, конечно же, потеплее, нежели вот эти вот. И точно такое же, это на размеры идут до 54 максимум. 52-54, больше они не пойдут. И вот такое укороченное черное понча. Отсвечивает. Вот. Два черных коротких есть, два черных длинных есть и одно вот такое зеленое буклированное. Дальше. Вот такие кардиганы. Я их еще привезла. Привезла именно большие размеры, потому что девчата вот, ну, хотят большие размеры. 64, 62, 60. В общем, сейчас я вам покажу. Так. Под брючки вот этот кардиганчик самото. Он такой, знаете, осенний-весенний. Он идет с капюшоном. С двумя вот такими вот блестящими карманами. Сзади вот такая вот блестящая полоса и капюшон. В общем, вот такие кардиганчики у меня в наличии тоже есть. Хорошая такая вещь. И приятные такие, прям очень приятные. Так, девочки, лосины есть. Сейчас покажу, какие. То есть под туники я привезла лосины. Тогда тоже не хватило ни туник, ни лосин. Все хотели, брали туники вместе с лосинами. И вот кто на меня обиделся, что не осталось размеров. Сейчас, девочки, есть без обид. Большие, маленькие. 48 размера я привезла вот эти вот тунички. Так, понча вот такое вот есть. Смотрите. Оно шикарное, девочки, очень шикарное на ощупь. И вот этот вот воротник, интересный воротник. Это искусственный мех, но смотрится он как настоящий. Это идет без рукавов, то есть это идет как накидка. Вот, накинули вот так, и вот такая красота. В общем, такое есть дело. Дальше. Я, чтобы ничего не упустить, сейчас сначала весь шифонер переберем, потом все остальное. А то бывает, что-то не покажешь, и люди о нем не знают. Так, жилетки вот эти вязаные ручной работы в белом и бежевом цвете. Кто вот работает в таких местах, вот, ну, как учитель, где-то в школе, я не знаю, там, в библиотеке, вот эта жилетка будет прям просто идеально, прям само то. Потом, девочки, по жилеткам-натуралкам 70-е размеры тоже есть. Так что ассортимент жилеток-натуралок есть. Так, лосины. Вот это идут лосины, это вообще просто гигант-гигант. Больше, наверное, не придумаешь. Это вот настолько гигант, это вот настолько гигант на размах крыльев. Они идут с начесом, видите, внутри. Но у меня их немного, они там прям в считанном количестве. Так, дальше идут вот такие вот лосины, вот с таким блестящими лампасами. Видите? Это идет на размер до 60-го. До 60-го, 58-го, смело, вот с этими туничками. И есть еще большие лосины, но без вот этих вот лампасиков. Лосины-гиганты. Так что, если 70-й размер, там, допустим, берете, да, тунику, и можно будет 70-й подобрать вот эти вот лосины. Так, этой девочке идут маленькие размеры. Вот с такими вот лампасиками. Это 50, 52 размер, 48. В общем, под туничку будет само то. Все приятные такие.
хорошо эластичные. Я в этих делах я толк понимаю. Сколько бывает вот так, раньше купишь колготки, они до сюда тебе налезли, и что, и дальше не идут. Они такие, знаете, плохо тянутся. А это я уже на этом собаку съела, поэтому вот эти вот вещи такие хорошие, они действительно, если это идет 60-й, то он сядет как 60-й, то есть куда надо, а не застрянет где-то там. Так, дальше, девочки, вот такие вот пинеточки привезла детские. Мальчуковые, девочковые костюмчики привезла, сейчас покажу. В общем, вот такие пинеточки. На девочек вот с такими цветочками. Цветочки тоже вязаные вручную. На мальчика вот такие вот мишки-мордочки. В общем, пинетки тоже есть в ассортименте. Дальше. По костюмчикам. Это костюмчики, девочки, до года. Сейчас покажу. До года, то есть может ребенок одевать этот костюмчик. Что сюда входит? В этот набор. Это не просто костюмчик, а идет с набором. В общем, идет шапочка вот такая вот. Шапочка на завязочках. Сюда же идут вот такие вот топоточки, носочки, пинеточки, как угодно можно назвать. Можно вот эти носочки одеть и сверху вот эти пинеточки. Так, идут вот такие вот штанишки и вот такой вот свитерочек. К нему же идет шапочка и вот эти топоточки. В общем, вот такие вот костюмчики до года. Это может ребенок носить. Начиная одевать ему можно с трех месяцев и до годика. Так что вот такие вот костюмчики есть в наличии. Они всяких разных у меня цветов, всяких, но принцип один и тот же. Везде шапочка идет, везде идут вот такие пинеточки. Вот такой цвет, вот такой цвет, вот с такой шапочкой. Так что костюмчики есть в ассортименте. Так, дальше. Давайте по туникам, девчонки, пробежимся. В общем, красные. Вот такая горчичная, как у меня. Вот, допустим, красная, 64 размер. Размеров много, цветов привезла много. Вот, чтобы на всех хватило. Больше акцент делала, конечно же, на размеры до 70-го. И 66-е у меня есть, и 64-е, и 70-е, и даже выше 70-го у меня какие-то есть тунички. Так что я думаю, что на этой неделе всем хватит. Так, вот в таком цвете, сереньком. Видите? Туники нарядные. Девчата, кто пополучили уже по ссылке, прислали мне фотографии свои. Так, вот в таком цвете. Бордо. Так, вот в таком пыльном цвете. Пыльная роза. Нарядно очень смотрится, хоть дома ходить, вот кто в квартирах живет, хоть на выход куда-нибудь. Так, и в маленьких раз еще фисташку я... Так, бирюза у меня есть, бирюзу хорошо прям берут цвет. Бирюзу красный. Так, в общем, какой я цвет одеваю, вот тогда и начинают писать. Юля, мне тунику синюю, как на вас была. Тогда была в бирюзовой. Юля, мне тунику бирюзовую, как на вас была. Так, в общем, бирюзовые такие есть. Так. Еще фисташка есть. Сейчас я найду, покажу вам. Где у нас фисташка? Ну, фисташка, по-моему, может, и есть большие размеры. В общем, вы уточняете уже там. Вот такая, вот так выглядит фисташка. Ну, и все вроде бы по цветам. Так. Дальше. Так, вот такой. Еще вот тот светлый бирюзовый. Это есть темный бирюзовый. Вот, видите. И вот какой цвет, я их уже перемерила все, смотрелась на себя. Любой цвет мне подходит, абсолютно любой. Хоть фисташка, хоть синий, хоть красный, хоть какой угодно. Вот все одели, мне все цвета на себе нравятся. Так, девочки, теперь вот эти вот накидки привезла. Их девчата тоже хорошо подразобрали. В общем, также в красном цвете есть накидка. Но мне вот это нравится. Крем, это не белый, это кремовый цвет с темно-темно-синим, который вот одеваются под водолазочку, под свитерочек тоненький.
Вот. Вот такие накидочки у меня есть. В общем, есть крем с синим, есть серая с черным, есть красная с черным. В общем, ассортимент по этим хороший и по размерам тоже. И большие, но в основном они не идут там 48 и 50, они идут именно большие размеры. Я вот больше хочу делать уклон, конечно, на большие размеры, потому что я знаю, как это тяжело подобрать вещи на себя, не понаслышке. Так, дальше, девочки. Что у нас еще дальше идут? Также у нас идут наличие пояса на коленнике. Кто новенький, все равно буду показывать, кто этот уже знает, кто уже и понакупил и себе, и всей своей семье. Вот, поэтому, а кто новенький, они не знают. Пояса. Эдик носит, не снимая, потому что у него позвоночная грыжа, его и продувало. И, в общем, пояса турецкие, хорошие. Вот такие они эластичные, тоненькие. Вы можете носить и не снимать, то есть на работу. Также и на коленники вы можете, точно такие же наколенники турецкие. Это верблюжья шерсть. Вот. Также и на коленники можете одевать и не снимать. Одевать сверху колготки и идти куда угодно. Потому что они тоненькие, это не вязаные вот эти громоздкие, которые дома надо снимать и выходить без них. Так, пояса на коленники во всех размерах, во всех цветах, ой, во всех размерах, в общем, есть. Так, по свитерам. Конечно же, хаски, опять хаски, потому что они, я не знаю, это самые любимые, наверное, свитера моих подписчиков. Очень хорошо берут хаски, они у меня в наличии есть. Вот, и не только хаски у меня. Я сейчас покажу все мужские свитера, какие есть. Так, вот такой. Вот это полностью на замке. Очень стильный, хорошая такая кофточка. Джемпер, кофточка, свитер. Сейчас меня начнут поправлять. В общем, для меня все, что мужское вот связано, это все свитер. Так, вот такая тоже. И как молодежка, и как на мужчину может идти. Вот такой вот свитерочек полностью на замке. Так. Свитера тонкие тоже есть, девочки, ну, размеры уточняйте. Ну, знаю, что больше всего у меня 56-х размеров. Потом свитера с переходящим цветом. У меня есть 60-е размеры, я их привезла несколько штук. Они вот вяжут размерные ряды с 48 по 56. А вот 60-х мужчины, которые такие прям большие, на них нету. В общем, есть у меня вот такие большие тоненькие свитера. Так. У нас 60-й. Вот в таком вот цвете тоже 60-й. В общем, называйте мне свитер с переходом цвета, и я уже буду говорить, какие есть размеры. Дальше. Вот такие вот из тоненьких свитер. Вот эта расцветка, я больше всего ее люблю. Не знаю, мне больше всего она нравится. Еще бывают такие темно-синие, но у меня нету. Может быть, на следующей неделе привезу. Так, это у нас из тоненького свитера. Так, это у нас тоже из тоненькой серии. Вот, видите, такой бирюзовый, темно-бирюзовый цвет. Так. Так, и дальше по свитерам. Они все, вот эти свитера, идут как и молодежка, и как на взрослого мужчину. В общем, с оленями вот такие свитера. Замочек идет только до сюда. Прям такие плотненькие, очень теплые. Спрашивают все, что это за состав. Конечно же, это идет и шерсть здесь идет, и акрил идет, и лайкра идет. За счет этого этот свитер не теряет форму. Это я говорю 100%, потому что и у Тимура, у Эдика свитера из этой серии. Так, ну и привезла новая серия свитеров. Очень красивые. Очень, вот действительно красивые. Так, тоже подойдет и на молодежку, и на мужчину. Смотрите. Это все машинная вязка. То есть это бабушка не сидела, не вязала. Вот такие вот рукавчики. Я каждый раз, когда привожу новые свитера, мне хочется оставить Тимуру и Эдику. Ну, разве столько можно свитеров иметь? Так, вот это из новой серии свитера. Дальше. Волк. Всеми любимый волк. Вот он.
иголки есть на шнуровочках. Вот это как у волка качество, точно такое же качество на оленях. А хаски уже идет, он такой чуть потоньше свитер. Вот этот, вот эти прям вообще теплые-теплые, с волком и с оленями. Так, в общем, вот такие свитера. Так, дальше. Вот такие, девочки, кофты. Вот такие. Это кофты большого размера. Полностью идет на замке. Очень-очень теплые. Очень-очень эластичные. Это все, что касается мужских свитеров. Дальше, с оленями. Вот из такой серии. Это уже идет по качеству, такие как хаски. Вот, вот такие олени. В общем, бордовые олени есть, синие олени есть. Я же говорю, бывает, кто-то заказывает своей снохе и сыну, чтобы у них были одинаковые свитера. Так, по большим свитерам еще, девчата, есть вот такие вот с объемной вязкой. Они у меня идут 60, 62, 58. В общем, вот такие свитера. Есть темно-синие, есть серые. В общем, расцветки по ним есть. Толстая, объемная такая вязка. Но в то же время свитер не тяжеленный такой. То есть из-за вязки он кажется вот таким вот, прям таким громоздким, таким прям свитер-свитер. Так, вот такие есть. Дальше. Понча, девочки. Понча со съемными рукавами есть. Сейчас померю, покажу, какие цвета у меня по ним есть. Так, какой я еще серенький не мерила. В общем, вот такая вот расцветка этих понча. Розовый, красный, серый, морская волна. И сейчас посмотрим, как серенький смотрится на мне. Покажу вам. Пальто, девочки, тоже есть. Ну, сейчас до пальто дойдем, покажу. Так, одеваем рукава. Вот эти пончи, они великолепные. Это турецкая пряжа, которая не будет сноса. Просто не будет сноса. Так. Я уже и морскую волну мерила, и розовый мерила, и красный, и бордовый. Ну вот у них по цветам ограничения. У них тоже проблема купить пряжу. Поэтому вот только те цвета, которые я привожу. Других просто нету. Так. Одеваем рукавчики съемные. Так. С рукавчиками, конечно, это уже так по-другому как-то выглядит. Воротничок можете вот так одевать, как стоечку. Можете положить его просто, чтобы он лежал. Так. Вот такая вот прелесть. Это понча великолепна. И не думайте, девочки, что если вы полная, вы будете еще полнее в этом понче. Даже так не думайте. Это турецкая пряжа. Он ложится, он не топорщится, он не стоит. То есть он ложится вот как ложится. Деревянные пуговицы. Очень качественная, хорошая фурнитура. И вообще вещь очень качественная. Это вам хватит не на один сезон. Вот если зима теплая, смело можно зимой свитерок какой-то под низ одеть. Ну, вроде обещают эту зиму суровую. Ну, не знаю, такое бывает каждый год. Обещают, обещают, и обещания не выполняют. Так, дальше, девчата, по шалям. Сейчас вам покажу по шалям. Так, шали есть всякие, всевозможные. Не знаю, все перемерю, не перемерю, но покажу. Так, и чисто бордовые, цветные, и вот такие вот вырви глаз. Ну, я люблю все вырви глаз. Вот такого вот. Вот такого формата я все люблю, чтобы было все вот такое цветное. В общем, вот такая шаль. С очень красивой вязкой. То есть каждый цветочек отдельно. Так. Вот такая шаль. Вот такая шаль. Вот такая. Дальше. Девчата, вы же меня видите.
вот такая цветная, вот такая чисто бордовая, то есть без рисунков, без ничего. Так, вот такая бордовая с камушками. Вот такая вот желтая с цветами. Ну, в общем, выбор большой. Кому шали интересно, я фоткаю. Вы выбираете и говорите, какую вам ложить. Так, девчата, повесила шали. Стараюсь все на место сразу вешать, чтобы вот здесь вот кучу малу не наваливать. По шапкам. В общем, шапки, девочки, привезла вот такие вот. Это женские шапки. Вот с такими вот бусинами. Есть побольше бусин, есть поменьше. Ну, в общем, это шапки велюровые. Так. Так, вот такие шапки. Шапки женские со снудами. Есть с маленькими снудами, есть с большими снудами. Так, с большими снудами это то, что перекручивается в два раза. То есть, вот так. Маленький снуд это то, что одевается в один раз. Так, в общем, вот такие вот шапки. Сзади конвертиком вот так сделано. В общем, вот шапка со снудом такая. Теперь по цветам. Так, вот такой цвет. Вот такой цвет морской волны. Такой серо-голубой, я бы сказала. Вот такой вот прям яркий цвет. Желтый, да? Нет, мне сказали, что это вообще капучино называется. Так, вот такая пудра. Дальше. Сейчас, что касаемо шапок, девочки, пройдусь. Так. Я только на себя не наперемеряю, да? В общем, вы поняли. Так, это шапки, что с длинными снудами. Теперь сейчас покажу шапки с короткими снудами. Так, ну вот, допустим, в черном цвете идет вот так шапка. Шапка. И идет вот такой снуд, который одевается просто на шею, то есть который не перекручивается. В общем, и такие есть. Вот с короткими снудами у меня есть черная, у меня есть вот такая серая, и у меня есть вот такая вот пудра розовая, что ли, можно. Чисто розовая не назову, потому что она такая, знаете, прожилками, как пудра назову. Так, дальше. Мужские шапки. Есть шапки со снудами. Вот, мужская шапка, и к ней идет снуд. Так, есть вот такие просто синие шапки, есть просто черные шапки, вот просто черная и все. Внутри на флисе, внутри с флисом. Дальше есть вот такие мужские велюровые шапки, велюр, модные сейчас велюровые шапки. Тимур тоже носит, ну носит, не носит, не знаю, но факт в том, что он себе взял. Сейчас опять приходит и говорит, так, что есть у тебя там, что там в магазине на меня? Мне надо, говорит, заново прибарахлиться. Я говорю, свитеров и так уже сколько у вас этих свитеров? Поэтому не знаю, что он там выбрал. Так, дальше вот такие есть шарфики. То есть можно взять шапку черную просто, да? И вот такой вот шарфик, если вы снуд не любите. Так. Это касаемо мужских шапок. Дальше. Мальчиковые шапки. Вот такие шапки со снудиками. В общем, в таком цвете. Такой, знаете, болотный цвет. И вот такой вот черный цвет. Черный. Вот такой снудик к нему идет. Это мальчиковые шапки. Так, девочковые. Девочковые интересные. Мама, я в шапке написана. В общем, вот такая красная шапочка. И вот такой идет снудик. Вот, видите. По цветам всякие есть цвета, всевозможные. Фиолетовые, желтые, и ядовито-зеленые. И на этих шапочках написано «Мама, я в шапке». Дальше. Вот такие вот идут шапки мальчуковые. Эльбрус, теплые очень. Вот в таком вот цвете. Вот в таком вот цвете. Дальше. На девочек вот такие вот шапки. Очень теплые. В общем, вот такая голубая.
Вот с такими бусиками, стразиками. Внутри тоже на флисе. Так. Вот такая вот белая. Это завязываются они, девочки. Все вот эти шапки завязываются с бубонами. Вот такая чисто белая. С бусиками все блестит, сияет, переливается. Так, палантины, девочки. Сейчас покажу, открою. Палантин. Это тоненький, невесомый вообще. И покажу, какие есть цвета. Под норковую шубку, под любое пальтишко. Хотите, так навязали, тут там так перекинули. В общем, как хотите. Цвета есть кремовые, есть чисто белые. Прям вот белый. Вот это вот кажется на камеру белый, но это не белый. Это цвет такой кремовый. Так. В общем, поняли, да, какие палантины. И сейчас показываю цвета. Чисто белый. Так. Крем. Цвет крем. Дальше. Вот такой. Нежно-фиолетовый, да? Так, вот такой серый. Серые вообще палантины хорошо берут. Я не знаю. Говорят, под шубу. Мне под шубу. Серый. Ну, в общем, цвета есть. Серые, белые. Вот. Ну, вот все эти цвета, которые я привезла. И кремовые. Они вот на ура. Вот эти цвета идут. Там есть и синие, и красные. Ну, как-то я их не рискую брать, чтобы они не застряли. Это касаемо паутинок, палантинок. Теперь по паутинке. Вот такие вот у меня есть паутинки. Это уже настоящие пуховые, тоненькие, невесомые. Вот с таким красивым узором, рисунком. Вот это еще тоньше, чем вот эту я показывала. Это прям вообще вот просто ничего не висит, как будто ничего у вас на руках нет. Вот с таким вот рисуночком. В общем, паутинки пуховые есть, девочки, палантины есть. Так, дальше. Так, по шапулькам, натуралкам. Так, вот такие вот с бубонами. Их, не знаю, хорошо берет вот больше молодые женщины под норковые шубки свои. Так, вот это первая была коричневая, это уже такая потемнее. Мех ровный, идеальный, хороший. Так, это у нас уже идет с островком. Это вот больше идет на крупненькое лицо. Сейчас я покажу, как она выглядит. О, боже мой. И так на голове все не фонтан. Так, девочки, вот так это выглядит. С островком. Так, дальше. И вот такая вот с висюльками. Висюльки можно снять при желании. То есть хотите с висюльками носите, хотите без висюлек. Их не надо отрывать, ничего там не надо резать. Там такая штучка специальная прищелкивается, отщелкивается снутри. Шапка на любую форму головы за счет того, что они на резинке. Так, девочки, дальше по шапкам. Вот такие вот вязаные объемные шапки. Это больше вот на женщин. Такие они возрастные. Такие. Так, челмушки всякие, всевозможные. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Уже как у девочки хотите, скриншот делайте. Присылайте и говорите, хочу вот такую. Так, вот такая вот синяя с серебром, видите? Вот такая бордовая. Вот такая, нету фиолетовая, вот бордовая. Вот такая бордовая. Вот такая зеленая. Вот такая черная. Вот такая черная. Так, по этим поняли, да? Так, дальше. Вот такая объемная шапка. Это тоже вот такие они возрастные. Видите, сбоку бусики. Очень теплые шапки. Так, девочки, манишки. Манишки. Черные есть, серые есть, бежевые есть. Это одеваете на, через голову. И вам греет душу, греет горло. Вот это все закрытое, грудь закрытая.
В общем, манишки у меня тоже есть. Вот если забываю их показать, никто их и не спрашивает. Покажешь, начинают девчата писать, а мне манишку. В общем, все надо показывать. Так, в общем, вот такие вот шапки-косынки. Шапки-косынки. Ну, давайте хоть какую-нибудь на себя одену. Давайте вот эту бирюзовую, чтобы вы поняли. Ну, хорошо, сюда мочалку-резинку. У меня их нету, девочки. Мочалок-резинок. Без мочалки, с мочалкой смотрится это хорошо. Здесь, знаете, так все объемно. Вот, как будто бы у тебя здесь прям такая шевелюра хорошая, большой хвост такой. В общем, вот так вот эти шапки смотрятся, косынки. Так, вот в таком цвете, вот в таком вишневом цвете. Так, вот в таком болотный, что ли, или как его назвать, этот цвет. Так, вот такая бирюза. Вот такой вот коричневый, кирпичный даже, бы сказала, цвет. В общем, вот такой ассортимент по этим шапочкам, косыночкам. Так, дальше. Шапки со снудами. Серые, бежевые, коричневые, белые. Есть у меня вязка красивая, очень красивая. Внутри она еще идет на флисе, то есть очень теплая. И вот такой вот снудик идет. Два раза его можно перекручивать, такой снудик. Вот такая вязка. В общем, красота. Вот эти шапки очень красивые. Так, и вот такая вот чисто белая. Это подойдет как и на подростка, так же и на взрослую женщину. В общем, вот такой пушок. И то он, видите, с упаковки только вытащила, и то он красивый. Так, и точно такой же снудик идет, беленький снудик. В общем, вот так это дело все выглядит. Так, вот такие у меня есть в светло-серых тонах, в белых тонах, в бежевых тонах, в коричневых тонах. В общем, шапки такие есть, девчата. Так, белая, белая сразу, все, надо паковать. Белая есть белая, да? Так, дальше. Так, и что касаемо детей. В общем, девочки, привезла вот такие куклы, я вам на той неделе показывала. Они у меня есть в наличии, но тоже ограничено. 2-3 штуки они у меня есть, все. В общем, здесь идет кукла, здесь идет одеяльце, здесь идет подушка. Там идут ползуночки, там идет пеленочка, чепчик. В общем, все, все как положено, как должно быть у маленького ребеночка. Все вот это есть в комплекте. То есть вашей внучечке будет очень, внучечке, дочечке, очень-очень интересно с такой куклой. И она, девочки, еще даже издает какие-то звуки. А где, куда нажимать, я не знаю. Вот тут нащупала какой-то этот. Ну, надо вообще распаковать, посмотреть, как это работает. Но мне показали, что это все работает. В общем, вот такие вот куклы есть у меня. Так, дальше. Барашка-девочка. Так. Барашка-девочка. Вот с такими косочками. Видите? Барашка-подушка. Вот. И вот такие вот мальчики есть к ней. То есть можно и мальчика, и девочку. Вот такой вот черный есть мальчик. Такой же мальчик есть белый. Точно такой же мальчик есть бежевый. В общем, на одну вот такую красавицу сколько мальчиков красивых. Дальше, девочки, продолжаем. В общем, тапочки. Вот такие тапочки. Это чистая кожа, натуральная кожа, просто 100%. Кожа внутри, снаружи, кожа снутри, вот здесь вот, и на чистая норка. В общем, вот такие вот кожано-норковые тапочки, которым не будет сноса. Вот. В общем, размеры идут 40-й, 41-й, 38-й, 39-й. Все, других никаких нету. Есть и мужские кожаные тапочки, но вот это вот такая красота. В общем, такой формат тапочек. Такой формат тапочек. Ну, просто чуть-чуть могут отличаться вот эти вот цветочки. Ну, не на паре тапок, а в смысле по... Одни такие могут быть, другие такие могут быть. Так, вот такие вот. В общем, здесь меха нет, здесь натуральная кожа. Они соответствуют размер в размер. Сейчас я скажу вам на 100%. У меня, девочки, 41 размер ноги. Вот это 41 размер. В общем, меряем. Ой, даже и носок можно одеть, и даже прям свободненько. Вот 41, это даже на большую такую отекшую ногу будет просто идеально.
тапки просто шикардос, эксклюзив. Вот такие вот хорошие тапочки. Они у меня есть, немного, но есть в ассортименте. Это я вообще хотела в начале видео показать. Это все, что касаемо натуральных вещей. Дальше. Натуральные норковые резинки. Всякие всевозможные. Сейчас вам покажу. Это даже лучше еще, чем я привозила первые. А вот эти они вроде не цельнокройные, но они прям такие пушистые-пушистые. Вот, в общем, вот такие вот. Норочка вот такая вот. Дальше. Девочки, детские пальтишки буклированные. Это уже мерите, измеряйте по своим курточкам. Я буду мерить, чтобы пришло размер в размер. Вот такие с пушком есть. Есть без пушка, с сумочкой. В общем, детские пальто тоже. Цвета и пудра есть, и розовый есть, и серый цвет есть. Так, дальше. Кардиганы, девчата, кардиганы есть. С 50 по 58 размер. Сейчас я вам покажу. Есть фисташка, есть беж и есть джинса. Но уже мало осталось размеров. Их хорошо разбирают, но я пока брать не буду, пока вот эти вот не закончатся. Конечно же, в первую очередь это 60-62 разобрали. Но вот с 50 по 58 эти кардиганы есть. Так, это у нас идет фисташка. Вот, это, девочки, у нас размер. Какой это размер? 56. Я что-то думала, 58 взяла. Вот. Они тянутся хорошо. Так, 56 мне, конечно же, маленький еще. Ну, примерно, чтобы вы поняли. В общем, вот так вот выглядит 56 размер. Фисташка, джинса, беж. Еще у меня есть один 50-й, по-моему, пудровый цвет. В общем, кардиганчики еще есть в наличии. Немного уже, но есть. Может, на следующей неделе я закажу их. И большие размеры. Ну, посмотрим. Так, жилетки, девочки. Вязаные жилетки тоже есть. Но они у меня идут до 56-го размера. Цвета есть всякие. Цвет, кирпичный цвет, розовый цвет, вот фиолетовый цвет. Все, в общем, такого формата. Здесь пуговички застегиваются. И здесь по два кармана, по карманчику с каждой стороны. В общем, жилетки вязаные есть в ассортименте. Так, вот такая вот бежевая. Вот, видите. Это такие домашние жилетки, душегрейки, в общем, называются. По дому ходить будет очень-очень тепло. Так. Дальше. Так, девчата, вот такие у меня есть кардиганы на деревянных пуговицах. Это тоже под любое платье. Кто работает в помещении, будет очень хорошо. Размеры тоже есть большие. До 64 размера есть. Ну вот, допустим, я беру вот этот, я вытащила 64 размер. Так. Вот такие ажурные кардиганчики на деревянных пуговичках. Здесь у нас идут на двух пуговичках, видите, сверху. Вот. Под платье, кофточка с юбочкой, сверху вот такой вот кардиганчик. В общем, они у меня тоже есть. Дальше. Так, дальше, девочки. Чуньки. Также они есть. Я сама, когда прихожу сюда работать, одеваю вот эти чуньки. И мне, потому что здесь отопления нету, ногам очень-очень тепло. Дальше, вот такие вот мужские кожаные тапки есть. Вот, видите. Так. Вот такие, девочки, чисто с овчины тапки. Полностью с овчины. Полностью натуральные. И здесь овчина, и здесь овчина. Дальше. Вот такие шапки для бани. Так. Чисто войлочные. Так. Ну, допустим, на этих написано «Эх, банька». Надписи есть всякие. «Царь бани», «Царица бани». В общем, вот такие шапки есть. Гольфы. Шерстяные, длинные, теплые гольфы. Так, вот такие вот носки мужские. Это шерсть с пухом. Это самовязка идет.
Вот видите, вот если вот это машинная вязка, то вот это идет самовязка. Это очень теплые носки. Дальше. Вот такие вот мужские носки. Ну, просто разных цветов. Всех, все не покажешь. Так, вот такие вот женские носки. Вот со снегиречками. Есть всякие разные расцветки. Всевозможные. Так, вот такие вот мужские войлочные тапки. Ну, и женские. Женщины могут одевать, и мужские. Тимур тоже такие оставил. Ходит по квартире. Так, дальше. Вот такие тапочки с пушком. Это женские тапки. Вот такая красота. Тоже и соответствует размеру. Так, вот такие вязаные сапожки. Они у меня есть. Они у меня всегда в ограниченном количестве. Это вяжет одна женщина. У нее еще и ребенок маленький. Ну, в общем, сколько она успевает, столько успевает. Вот такие вот следочки. Вот с такой вот пяточкой, видите? Вот такие следочки есть. Вот такая красота. Дальше. Вот такие варежки со снегирями я привезла. Вот, видите. Чисто шерстяные, очень теплые варежки. Вот такие серенькие всякие всевозможные есть. Так, вот так это смотрится дело. Так. Вот такая красота. Дальше, девочки, перчатки. Очень нарядные, красивые перчатки. Так. Смотрите. Вот здесь закрыто. Сейчас я одену, вам покажу. Внутри они вот на такой теплой-теплой подкладке. Под ваши норковые шубки. Это будет великолепно. Так. Смотрите. Видите, пальцы закрыты. Вот так это выглядит снутри. Вот так снаружи. Такие объемные на вид кажутся. Ну, очень так смотрится богато. Вот такая красота. Так, это еще не все. Вот такие вот взяла. Такие себе тоже оставила. Еще взяла себе красивые. Каждый раз хочу вам показать, забываю. Там в сумке у меня. В общем, это такие рыночные перчатки. Такие еще, знаете, бывают с отворотами. А эти без отворотов. То есть, просто открытые вот так пальцы. Вот, видите, здесь некоторые бывают с крышечкой вот так еще продают. Эти без крышечки. Вот. Вот такие я себе оставила одни. Так, дальше. По мужским, по женским тапкам, девочки, вот такие еще войлочные, тоже соответствуют размеру. Вот на такой подошве очень-очень теплые. По жилеткам точно такие же есть и мужские жилетки. Так, это женская у нас жилетка. Во-первых, нарядная, во-вторых, очень теплая. В общем, вот такая красота. Два кармана. Вот. И точно такие же есть мужские жилетки. То есть белая опушка и черная вот эта вот материя. Это не натуралка, поэтому сразу говорю. Ну, если оно не натуралка, то ну вот это я мерила 60-й, девочки, размер. Так, вот такие войлочные жилетки. Всякие всевозможные. В общем, они здесь на замке. Это больше подходит для тех, кто держит хозяйство. Вот, одел такую жилетку, что еще может быть натуральнее войлока? Ничего, сюда ты никакую синтетику в этот войлок не добавишь. То есть будет очень-очень тепло. В общем, войлочные жилетки у меня тоже есть. Потом девчата привезла кое-что. В общем, смотрите, вот такие, помните, раньше капоры одевали? Но это не капор, это такая, это такой снуд. Так, это такой снуд, такой какой, вот такой. В общем, смотрите, это как дело одевается. Так. Всяких разных, всевозможных расцветок. Все, вот вам и платок, вот вам и шарф, и все, что хотите. В общем, такая вот расцветка есть. Сюда тоже, если мочалку, резинку добавить. В общем, вам и горло закрыто, и платок у вас. В общем, в разных расцветках привезла. Сейчас покажу, в каких. Вот это мне больше всего понравилось. Но я все, по-моему, 5 штук их привезла. И все в разных цветах. Вот такая. Вот такая леопард. Леопард. Вот такая штуковина есть. Давайте померяем.
Так, нет, не так, Юля. Юля, не так. 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 Конечно, не так. Вот так. Не так. Ой, девочки, не так. А как? Так, вот это должна быть у меня на голове. Это значит, надо одеть вот так. Так. И что я сделала? Вот, вот так надо. Вот так. Замотали, перекрутили. Получилось вот так. И платок, и шарф, и все красиво. В общем, вот такая есть расцветка. Все, больше мерить не буду. Хватит. Так, чисто черная есть. Чисто черная. Вот такая вот. Это велюр уже идет. Вот такая расцветка. Ну, в общем, еще всякие есть расцветки. Еще я 5 или 6 штук брала. В общем, и все разных цветов уже кто будет брать, спрашивайте. Я буду фотографировать, будете выбирать, какую вы хотите. Так. Вот это все вроде бы показала. Также, девочки, также в наличии есть варенье из елок, варенье имбирное, балхам и эвкалипт. Очень-очень вкусные, девчата. Уже кто взял, уже берут второй раз. Это у нас идет эвкалипт. Это у нас идет балхам. Так, это у нас идет елочка, видите? Варенье с елочки. Это имбирь. Он очень вкусный. Он настолько вкусный, я передать вам не могу. Чувствуются, да, все фракции. Фракции лимона, фракции апельсина, фракции имбиря. И в то же время это вкусно, сладко. И в то же время это, знаете, так обжигает горло. Такой приятный, ну, после имбирный приятный такой вкус. В общем, это с чаем я пью по чуть-чуть. В общем, пью чай без сахара. И на кончике ложечки подъедаю вот такое вот варенице. Так, ну и аджика. Кто не знает эту аджику, только те, кто не знает эту аджику. Это просто атас. Тут буйство специй. Она очень острая. Ей хоть курицу мариновать, хоть что хотите. Хоть так ешьте, хоть куда угодно добавляйте. В общем, это такая вкуснятина и реально. Особенно чьи мужья очень любят острое и такое пикантное. Вот это как раз для них. Эта аджика не из помидор, там, не из перца. Это аджика именно... с острого перца и добавлено очень много специй. И не просто каких-то там, а именно абхазские специи, именно по абхазскому рецепту сделано. Так, девочки, дальше. Вот такие вот у меня есть кофточки на мальчиков. Это школьные кофточки. Их немного, но есть. На 8 лет, на 6 лет. Вот, вот это на 8 лет. То есть строго... кофточка для школы. Вроде бы все показала, а вроде бы не все. Вот такое ощущение, как будто что-то не показала. Так, девчата, вот такие дрожжи, они у меня в наличии есть. Всегда стараюсь, чтобы они не заканчивались. Пачка полкило хватает ровно на год. Ну, как на нашей семье хватает на год. Вашей, может, больше хватит, может, меньше хватит, смотря кто как печет. Я сейчас пеку очень мало, очень редко. Ну, в общем, все, наверное. Колготки есть, девочки, все больших, огромных размеров. Жилетки есть, пальто, девчата, есть пальто. Но скажу так, что у меня много больших нету, что я на той неделе привозила 70-й размер. Их все разобрали, и на этой неделе не было. Поэтому пальто на объем груди 130-135. Но от самой большой точки, вот так скажем, метьте от самой большой точки, и вот имейте в виду, что это пальто на 130. Есть у меня в бордовом цвете, в бежевом цвете, в зеленом цвете, вот, а больших, прям огромных пальто на этой неделе не было. Так, это у нас идет букле темно-синяя, в общем, это размер у нас какой? Размер не написан, угадайте сами, называется. Но пальто я всегда меряю.
мерю, я не отправляю так, дайте мне 62-й, там закинула 62-й, да, и все, и встречайте, получайте. Нет. Мне присылают свои объемы, я обмеряю и уже говорю, подходит вам это пальто, не подходит. Вот, в этом пальто идет 80% шерсти, несмотря на то, что оно вот такое вроде бы не массивное, вроде бы такое тоненькое, но оно очень теплое. Вот так идет два кармана, вот так идет воротник. Мне одна подписчица заказывала, да, два пальто таких, одно, потом второе, и она мне сказала, Юля, здесь... такой воротник, что под него надо что-то одевать. В общем, какой-нибудь паланкин, какой-нибудь красивый шарфик. И, в общем, давайте с вами возьмем вот этот кремовый паланкин. И сейчас что-нибудь тут... И что-нибудь тут мы сейчас накрутим, намутим. Ну, в общем, что угодно. Можно какой-то цветок здесь завязать. Можно просто так завязать. Можно как-то вот так вот красиво кинуть там, да? Вот, вот такое пальто. К нему подойдет вот эта вот повязка, капор. Вот этот, что я... Снуд. Вот этот снуд подойдет, завязал. И тут у тебя, и платок в то же время. В общем, вот такое вот, девочки, пальто. Вот он размер. 62 размер. Но он, видите, не соответствует действительности. То есть, я бы его не положила. Мне сказал человек, положи мне 62 размер. Нет. Я обязательно бы померила. Но я сейчас ношу 58 размер. Это проверено уже не на одной вещи. А вот видите, пальто 62 размера, оно прям по мне. Вот, поэтому это размер не соответствует действительности. Видите, по бокам два разреза. Вот. Сделано полукругом низ вот так. И все пальто идут 110. 110 у них. Это уже проверено, сколько этих пальто перемерила. Длина 110. На любых пальто. На 70-е, которые 60-е, 62-е, 64-е. В общем, девочки, вот так. Но тапки меня, конечно, вот эти просто убили. Убили. Я когда увидела вот эти норковые тапки, еще и с натуральной кожи, с чистой кожи. Ну что может быть еще натуральнее? И этим тапкам просто не будет сноса. Их можно, во-первых, они нарядные, и можно просто носить годами. Что случится с кожей, что случится с натуральной норкой. Ну, смотрите, какая прелесть. Видите? Так что, девочки, все, закругляюсь. В общем, WhatsApp также оставлю, пишите, не обижайтесь. Я не могу, вот вы мне только написали, сразу вам ответить, потому что пишут много. К пятнице я начинаю уже все разруливать. Заказы начинаю работать с понедельника, либо с воскресенья вечером начинаю уже отвечать. Потому что суббота-воскресенье, пока детей соберешь в школу, пока то все, пока вот эта стирка. В субботу меня дома нету, в субботу я на закупке, и меня целый день, считай, нет дома. Поэтому я в субботу вообще WhatsApp в редких случаях открываю, поднимаю. Конечно же, в моих интересах всем ответить, всем угодить, всем все отправить. Насчет посылок проблем нету, никогда не было, чтобы что-то потерялось, что-то не пришло. А у меня приложение, я за каждое. Бывает, вот человек не знает, что такое трек-номер, и говорит, Юля, уже время прошло, вы не скажете, где моя посылка. Я тут же открываю, у меня сохранена переписка, то есть откуда вам, да. Вот ваша посылочка там уже неделю ждет вас на почте. Придите, заберите. В общем, по каждой посылке, по любой посылке, хоть за границу, хоть по России, у меня полнейший контроль. Я слежу за каждой посылкой. Ну, тут в смысле, как слежу. То есть отслеживаю любую посылку. Ни одна посылка за всю мою практику еще не потерялась. Приходят они даже раньше времени, чем указано на сайте Почты России. Допустим, вот бывает, куда-то посылку отправляешь, написано 15 дней. Значит, в течение 5-6 дней посылочка дойдет. Ну, в общем, вот так вот. Вроде бы, девочки, все. Показала вам все. Весь товар, может, что-то не показала, но все, что не показала, покажу на следующей неделе. Все, пишите, звоните, я на связи, насколько это возможно. Вот сегодня вечером, сейчас я все свои дела домашние доделаю, доготовлю, там, приготовлю, и все, я сажусь, я сижу до ночи, до двух, до трех бывает сижу. Кому не ответила сегодня, отвечу завтра. Не ответила завтра, значит, послезавтра это 100% отвечу. Так что, девочки, вот такие вот дела. Это не магазин, людей у меня нету, чтобы вот так можно было работать, чтобы тут же тебе отвечали. Хотя я тоже недавно столкнулась, звонила на один магазин,
когда я хотела заказать вешалки. Тоже я написала сообщение, ответили мне через 2 дня. И я поняла, то есть без всяких обид, что ну, не получается сразу отвечать, потому что пишут много, пишут кто-то просто спросить. Цены я не озвучиваю на канале, цены все только в WhatsApp. Не озвучиваю, на это есть определенные причины, потому что не озвучивает никто цены на каналах, кто с чем-то торгует. Потому что меня смотрят из рынка, и зачем должен человек знать, почем я купила и почем я продала, да? К чему эта информация? Кому надо, все пишут в WhatsApp, я тут же вам все отвечаю. Вот. И также не только я торгую такими вещами, зачем друг другу что-то делать. Таких, как я на этом рынке, просто пруд-пруди. Ну, если не половина, может меньше, но все ходят, снимают, кто торгует через ВКонтакт, кто через Одноклассники, у кого интернет-магазины, кто через какие только соцсети не продает вот этот именно товар. Поэтому и никто не говорит цены, потому что это своего рода как бы подстава кого-то, может, и дешевле, потому что тебе 50 рублей свечи хватает, а кому-то и 1000 свечи не хватает. Но я придерживаюсь такого принципа: лучше пусть будет мало, но всегда, чем много и один раз, вот скажем так. Поэтому я не делаю вот столько. Вот мне вот столько, мне вот просто вот так достаточно. Вот я и этому рада, и этому очень рада. Так что все, девочки, всем пока-пока, всех вас целую, люблю, до Луны и обратно. Муа!